Ударила артиллерия. Снаряды разрывались с оглушительным треском. Это была битва 170-й стрелковой дивизии с фашистами в Валдайских лесах. Когда гром стих, а враг отступил, молодой казахский ефрейтор присел передохнуть возле дерева. Но снайперская винтовка уже нацелилась в него. Пуля попала в глаз. Жизнь моему дедушке Кунекову Секиму Токушевичу спасло именно то, что в этот момент он прикрыл лицо своей рукой. Это было его третье ранение. О его героизме писали в книгах. Он вынес с поля битвы, а после выходил командира роты. Домой он вернулся с медалями за боевые заслуги и воинскую доблесть. Второй мой дедушка, Умурзаков Мырзабек Жапарович, участвовал в финской войне из первых дней Великой Отечественной. Он награжден орденом второй степени и медалью за оборону Сталинграда. Его имя занесено в книгу памяти Кустанайской области. Будучи еще совсем юными, они участвовали в самых ожесточенных боях. И каждый раз провозглашали «Туган, Казахстан, ушел». Они думали о нас, о будущем нашей страны. Мои дедушки, мои герои, герои всего нашего народа.